апофамин. Ну, здесь про уриновые клизмы я опускаем этот вопрос. То есть с уриной я не хочу больше ничего комментировать, ничего говорить. Вот если надо, я там где-то что-то там отвечу. А вот так вот на видео я это не буду. Кому надо, заходит на сайт и читает. Почитайте вот интересную вещь. Из светила из глазного института в Москве под названием Гельмсгольца, такой есть, да, никак не решили мою проблему с начинающимся бельмом на глазу. Так слегка притормозили ее развитие. А простая урина, умывание лицо по утрам, меньше чем за месяц решили эту проблему. Это не я написал, это вот написал человек, который это ощутил на себе.